нахуя все, блядь! Прям въебало! Эй, Макс, на, попей виски! С какой еще киски? Ух ты, бля, сука, пизда, блядь, Нихуя себе сон! Вы кто такой? Я вас не звал! Идите нахуй! Ух ты, бля! За $40 штаны, блять! Проснись, ты обосрался! Не, нихуя! Пошли интернет устанавливать! Ща я пойду хавчика наверну! На, говна наверни! Ну что, нажрался бейсбола? Иди помогай интернет устанавливать! Да ебаный рот этого интернета, блядь! Кто такой, сука? Кто бы это делал?
снятия сопротивления. Пиздец! Ты конец, а не отец! Дегенерат ебучий! А хочешь и бейсбол? Да! Ты пиздобол! Вот ты пидорас! Хватит баловаться! Ведете себя как пидорасы! Эй, ты, 2 метра бруталина! Пиздуй таскать ящики! Закончишь в ящик, получишь гашиш. Закончишь таскать, получишь 10. Зайдешь ко мне в кабинет, и ты будешь должен мне минет. Сломаешь 10, получишь каноли. Кончишь в каноли, получишь пизды от вини каноли. Получишь пизды, получишь от всех нас в еблет. И я посажу тебя чистить парашу. И не возись весь день. Нет. Фух, вроде притащили. Где Вита Скалфейс? Ой, то есть Бласковиц. А это не он там случайно? Так, что ты тут делаешь? Ты заебал! Дай посрать нормально! Откуда у тебя кофе? В автомате сварганил. Так кофемашина у меня в кабинете. А я-то думаю, почему там открыто? Тебе напомнить, что с тобой будет, если зайдешь ко мне в кабинет? Нет. Нет, это я пошутил. Получай, еблет! Хватит ебаться, на нас напали. Кто? Какой-то чумной доктор. Ладно, ща мы придем. Исцеление – это не вознаграждение, а причинение боли является полезным. Хуй тебе в глотку, криворукий урод! Придурок! Нельзя убить того, кто сам не жив, но и не мертв. Прикончи его!